Вот и пришла пора сбора урожая солнечных осенних овощей. Тыкву рекомендуется употреблять в первой половине дня, желательно в сыром виде. Она поможет при атеросклерозе и подагре, гипертонии и простатите, болезнях печени и почек, при артритах и кашле, укрепит сосуды и оздоровит сердце. При сердечных и почечных отеках тыква просто необходима. Сок сырой тыквы помогает при повышенной кислотности желудка. Бета-каротин из тыквы лучше усваивается после термообработки и с жирами. Так что тыкву хорошо есть не только в сыром виде, но и с маслом, и сливками. Запекать, пассеровать, готовить на пару, готовить теплые салаты, добавлять в кашу. Тыква способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Она хорошо усваивается организмом. В тыкве съедобно все – мякоть, семечки, даже дубовая кожура. Высушенную тыквенную кожуру и семечки тыквы используют для борьбы с паразитами и микозами. Запеченная тыква очищает печень и мочеполовую систему. Имеются противопоказания – сок сырой тыквы понижает кислотность желудка. Также не рекомендуется употреблять сырую тыкву тем, кто имеет склонность к диарее.